Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Сегодня доброе утро у нас началось на 5 верстах в парке притяжения. Максим бегает, Илья там волонтерит, и я там, в общем, тоже фоточки делаю, все такое. У нас сегодня, в общем, годовщина свадьбы. Приехали, заехали быстро в магазин, я хочу быстро что-то так по-быстрому, потому что Максим, в принципе, сегодня работает, и как-то так вообще не планируется у нас там тусовка и все такое. Но хочу сделать курицу-гриль, картошку, какой-нибудь один салатик, в общем, купили торт, чай попить, все такое. В общем, Илья говорит, давай быстренько, чтобы быстренько начать, он помог мне картошки. Я все остальное доделаю. Конечно, устали, уже все утро там провели, не знаю, сколько времени. Надо навести марафет, тут еще, в общем-то, быстро, вот как утром собирались, завтракали, вот что, вы знаете, вот на столе, короче, осталось, то оно осталось. Позавтракали и уехали в 8 утра, в общем-то, на бега. Как вы отмечаете годовщину свадьбы? Мы просто бегаем. Мы просто бегаем. Это я в кепке была. Мы просто бегаем, друзья. Просто бегаем. Ну так. Вот. Какую-то купила, галицинская винишка, сделанная в Евпатории. В Евпатории. Написано... Галицинские вина, полусладкая, золотая коллекция, винодел Слюсаренко. Вот, с какой-то винодельник, в общем-то. Были мы на экскурсии, когда ездили в Севастополь. Экскурсовод очень много интересного рассказывала, то, что очень много в Крыму появилось интересных и классных виноделов. И вина очень достойные с этих виноделин. Ну и, в общем, я тоже решила, что не буду покупать там массандру, что-то там такое, а вот... Такая, ага, с винодельни вино продают. Думаю, надо взять. Ну, в общем, купила, чтобы попробовать. Белое полусладкое. Было еще красное полусладкое, кстати, с этой же винодельни. Но я, в общем-то, вот купила белое полусладкое. Потом какой-то сок, в общем, для остальных тех, кто не пьет и не дегустирует. В общем-то, сок. Ну вот, в общем, и целый пакет продуктов. Какой-то тортик, в общем-то. Сейчас с вами посмотрим. Нас все равно из пакета, о, господи, все это доставать, разбирать. В общем, сейчас что-нибудь, в общем-то, быстро варганим, сготовим. Максим вообще сказал, да, вообще не надо в магазин идти, все дома есть. Я такая, в смысле, где ты там увидел, что там дома есть? Но муж решил, что дома все есть, и можно все это сготовить из того, чего и не было. Знаете, была бы курочка, сварит и дурочка, как я всегда говорю. Поэтому пришлось купить целый пакет. Я, кстати, в таком костюме. Вверх сняла. Вот. Костюме с такими лампасами. Вот. В общем, что, смотрим пакет. Значит, торт я вам показала, вот какой-то вот такой. Называется ириска, классический бисквит, крем со сгущенкой, вареное сгущенным молоком. Так, ну это я кашу захватила. Это я уже просто захватывала все икра из баклажанов. Вот, так, свежий ряд, янтарь плавленый, морковка по-корейски, сейчас быстро сделаем салат, кукуруза. Так, это... теме не относится, тут каких-то монет надавали. Значит, это у нас салат пойдет, колбаска вот такая вот уже, колбаска вот такая,
помидоры, картошка. Картофель очень мелкий продают в сетке. Курица сейчас в аэрогриле. Ну, собственно говоря, там у меня все остальное, как муж сказал, есть. Так что вот. Сейчас картошечку это в аэрогриле, это сварить. Салатик сделаем, тортик. Значит, это вот такое. Ну, а вообще барчик называется «Непьющего человека». У меня просто тут коллекционируется вина. Коллекционируется вина. А у меня тут просека есть, ламбруска есть, сады Армении, уксус. Господи, так, и еще каберне. Так, в общем-то, да. А потом у меня есть ламбруска такое. Так, это что за взрыв шампанского? Я даже не видела, как произошел в холодильнике. На чистоту пиво почему-то есть. В общем, это я вот приехала, друзья. Тут и пиво есть, и все. И, в общем-то, барчик полон. Поставлю это, немножко надо приохладить. Так что, в общем, вот если бы пили, все бы вот это бы уже было выпито. А оно, видите, почему-то есть. Коллекционирую, знаете. То остается после праздников каких-то, то еще там что-то. Это вообще у нас со свадьбы. Наряженное шампанское. Французское шампанское было у нас. Херси Марсель какой-то, не знаю. Короче, вот, друзья, так что это надо охладить. Так, ну что, я, значит, уже тут картошку довариваю. Салат сделала. Скатерть постелила. Аэрогриль у меня там, курица уже, вон видите, свет, аэрогриль работает, так что все скоро будет уже готово. Значит, салат, огурец свежий, кукуруза, колбаска, морковка по-корейски, осталось добавить майонез. Салат готов. Картошка варится, можно немножко убавить. Можно немножко убавить, картошка уже будет готова. В общем, курица в аэрогриле. Уже время, в принципе, доходит, скоро можно будет повернуть. Только сделала салат, сделала небольшую нарезочку, уже поставила тарелки, значит, тут для сока, в общем-то, бокалы. Так, дальше мне нужны столовые приборы, в общем-то, у меня уже картофель сварился, курица почти доделалась, так, что мне еще нужно, бокалы, что-то я еще хотела, ну, в общем, по-быстрому, в общем, такой домашний, в общем-то, понимаете, обед, вот так вот, в принципе, по-домашнему, как говорится, вообще просто-просто, потому что просто некогда, абсолютно. Столовые приборы, сервиз для чая достала. Так, фужеры. Тут уже заварила чай в чайничке. Ну, в общем, еще маленько осталось. И будет все готово, как говорится. Ну что, у меня горячее готово. Смотрите, какая красивая курочка получилась. Я ее форму Тупперверы переложила. И в другую форму тоже для микроволновок Тупперверы была. Переложила картошечку, парит, вот, чтобы каждый мог уже брать кому сколько, в общем-то, нужно, кому сколько нужно. И кто-то пришел. Ой, спасибо, какие красивые, давайте там поцелую. Давай, да. Я не разрушу. Ну-ка иди сюда быстро. Ой, какие красивые. Мы решили, что желтые лучше всего пахнут. Да. Девочки, мальчики, смотрите, мои хорошие. Неожиданный выбор цветов в букете на этот раз. Цветовая гамма очень нестандартная. Тут такой букет. О, я даже знаю, где они этот букет заказывали. В букете студия флористики и декора букет.
Сегодня не курьер, сегодня муж с букетом. Что над вазу? И поставить букет. Это наша годовщина свадьбы. Я вечно путаюсь, какие у нас, в общем-то, цифры. Угу. Вот, поэтому... Путаешься. Лета не считаю, как говорится. Все лета были самые лучшие. Пусть будут еще круче, еще лучше. Да? Mm-hmm. Что тебе желаю? Здоровья, что ты меня любишь? Я тебе тоже. Пьем! Вот это да! За вас, за вас. А в коробочке? За вас. А что в коробке? Может быть, коробкой. Так что люблю тебя, это тебе такие... уже там кое-что дарила, а это дополнительные презенты, которые тебе будут очень-очень нужны, думаю. С такой замечательной датой. Я очень рада, что вы вместе, я очень рада, что вы есть, Мальчик, что вы будете всегда. Что вообще все взаимно у вас, все ладненько, все договорено. У каждого интересы другой поддерживает, это очень важно в семейной жизни, поэтому как бы жалко, что, конечно, не сильно вот Максим поддерживает, вышивать там не начал, ну ничего, все еще впереди. У меня крючком будет, крючком. Крючком будет вязать. Спать на диванчике я буду крючком. Ну что хочу вам пожелать? Самого лучшего, что могу пожелать, чтобы все у вас было еще лучше, чем есть. Большого достатка, большой любви. Ну, к этому, конечно, нужно большое, огромное здоровье. Поэтому, чтобы были все мы всегда рядом, чтобы дети всегда были тоже рядом с вами, понимали вас, вы их понимали. Поэтому тогда будет все дружно и ладненько. Никто никому не мешал в своих увлечениях, интересах. Пьем. Во всем. Ну, Ухай. Да, давайте выпьем за это. Да. И маленький вам презентик мы. Да, вот вам. Вы тут петушочки, два петушочка, курочки. Две курочки. Две курочки. Бутылка. Ой. Бутылка в коллекцию моих бутылок. Крым, 1959 год, Симферопольский винзавод, Алигате, Айпетри. Ой, как символично. Ой, смотри, дорогой, как символично. Айпетри. Ладненько. Это вообще прикольненько. Эгоист. О, такой кофе мы еще не пили. Да? Нет, уж ты, наверное, всякие пробовала, да? Ой, нет, кофе прям вообще, смотри, какой красивый. Так, тут... петушочки в коркунове и это по интересам, кто что любит. Индийский чай. Кто любит чай, с лучшей плантации Индии. Кто любит чай, кофе и винишко в мою коллекцию в холодильник. Вообще, коллекционирую вино. Спасибо, что в этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.